Всем привет, с вами снова я, Висмор. Мы продолжаем проходить игру Биошок. В предыдущей части мы добрались до Аркадии, и теперь нам нужно что-то здесь сделать, к сожалению, пока не знаю. Давайте посмотрим. Там кто-то есть. Куда-то убегаю. Не пугай меня. А! Что за... Что это за хрень такая? Сейф искать. Ладно. Давайте пойдем. Что-то было немножко неожиданно для меня. Этот зараза пугать, что ли, меня будет теперь? Нет, погодите, там еще что-то вроде было интересное. А, вот сюда. Нет, я ошибся, никуда здесь больше нельзя. Оттуда и... Нет, вот сюда можно. А тут что-то интересненькое есть. Что это было? Блин, зараза, хватит меня пугать. Блин, я ж не курю, ну ладно. То нажал. Так, ну что ж. Эй, сюда! Да черт, подери. Что-то я промазал много раз слишком по нему. Ладно, нам сюда теперь. Зараза. Зараза. На тебе, на тебе, на тебе. Что-то перепугал он меня. Так, что-то есть у нас интересно. Сегодня Аркадия была закрыта для всех, кроме посетителей с деньгами. Этот человек нанимает меня вырастить лес на дне океана, а затем превращает прогулку почаще в роскошь. Райан спросил, разве крестьянин не должен продавать то, что вырастил? Разве гончар не должен получать прибыль за свои горшки? Я начала было с ним спорить, но затем вспомнила, кто подписывает мне чеки. Плохо быть лицемером, конечно, но безработным лицемером еще хуже. Интересное мнение, конечно. Хоть и в чем-то правдивое. Так, у нас здесь ничего нет полезного сейчас пока больше. Так, вот там мы были уже. Сгори. Сгори. Горшочком. А, нет. Вот горшочек. Ну вот. Не в кого больше кидаться уже. Жаль. Лови. И еще раз лови. Так, теперь я думаю, можно идти. Что-то у нее заглючило. Ох ты! Так, ну. Так, он не станет больше, да? Так, ладно. Давайте-ка вот так вот сделаем, все-таки взломаем. Скажем, пускай будет хотя бы раз. Так. Сюда. Не, так, так. Вот теперь пускай работает. Thank you.
сюда придет. Ладно, будем взламывать. Поговорили. Полезная штука. Так, а тут у нас что есть? На-на-на-на-на-на-на-на. Текс. Так, что-то полезное. А, во, вот эта штука нужна. Так, мне... Чё-то непонятно, что это такое, где это будет использоваться пока. Ну ладно. Если что, будем знать, что здесь такая штука есть. Пока я пользоваться этим не буду. Так, ага, какая-то комнатка интересная. Взломать. Пускай автозлом будет. Не хочется тратить время. Напал. Что за напал, пока непонятно. Неплохо. Неплохо. Чё, пчёлка? Ладно, мы не носим шапки. О, шоколадка. Шикарно. Жидкий азот. Чего это вообще все, я не помню. Текс. Собственно, куда мы вышли? А, нет, мы здесь и были, да? Вот. Еще труп. Не знаю, откуда он тут. Пускай будет. Так, где кто еще? Я тебя слышал. Ага. Умри ты. Так, сюда нам вроде как не надо, я так понимаю. Атака. Однако тут есть что-то еще интересное. Там. Картечь, сейф. Аптечка. И что-то еще. Дистанция универсального конвертера. Интересно, где она? Тут мы тоже были. Значит, сюда. Что же мы вообще тут делаем? Я что-то не помню даже. Так, это свет мигает, ладно. Сатурнийцы! Беги! Беги! Тут у нас нету. Видимо, ничего. Но. Они идут! Где моя штука? Что? Что-то происходит? Долина Аркадия. Ну ладно. Еще что-то нашел. Так, что у нас тут есть? Так. А так вот. Тут у нас контейнер с батареей и керосином. Не знаю, зачем мне это все нужно, но пофиг. Собираем. Так, это мне типа сюда нужно. Нет, попозже туда отправимся. Там вверху еще что-то интересное было. К минимуму. Вот это вот что-то интересное тут. А, о, универсальный конвертер как раз. Так, взломаем, давайте-ка. Так, а еще есть такая? А, шикарно. Бронебойные патроны.
Вот это что-то интересное, но давайте лучше для автомата соберем. Потому что большие папочки нам все же нужны. Точнее, их убивать. Что, 6 против... А, во, 40 бронебойных. Ну, что-то более-менее хотя бы уже. По крайней мере, жить можно теперь. Оу. Это двойной, двойной! Кажется, мой человек ушел. Грязный ребенок! Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим. Зря этот парень это устроил. А, пускай они повоюют немного. Потом вступим мы в бой. О, смотрите-ка, еще один. О, наконец-то. Тут вроде еще один был. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, а вот это уже плохо. Ать! Бежать! Так, так, так. Где ты там? Умри ты! Ать-ать-ать, бежать, бежать, бежать! Еще одна, еще одна! Черт! А, все! Шикарно! Ать-ать-ать, не убегай, девочка! Не плачь! Нет! Нет, нет, нет! Спасибо! Вступающий спасибо за помощь! Ты спас малышек, хотя мог проявить жестокость. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. А вот это уже неплохо. Там, по идее, как раз был сад-собиратель. Может, туда принесут? Спасибо! Это же правда. Спасибо. Всегда пожалуйста. Вам большое! Адам, медвежатник... О, медвежатник, что это такое? Так, давайте пока в банке похороним. Я готова ко сну, мистер Бабблс. Так, вот тут что-то еще есть. А, аптечка. Шикарно. Так, давайте посмотрим. Что тут есть такое? Еще плазмидная ячейка. Ячейка физического тоника, инженерного и боевого. Электроразряд. О, электроразряд 2. О, вот это интересная вещь. Так, вот давайте электроразряд все-таки купим. Вот. Вот это, конечно, все круто. Но надо бы что-нибудь, ну, прикупить еще, я думаю. А надо, блин, посмотреть, что у меня есть-то. Где-то тут вроде плает. А, вон она. Нет, не она. Где-то была штука, которая позволяла менять плазмиды. Здесь еще не поздно открыть свое дело. Поздно. Поверь мне, поздно. Видимо, был интеллигентным мужчиной, судя по шляпе. Ну да ладно. Откуда только он тут появился? Ну ладно. Где-то... Блин, я ведь видел ее. Где же она есть? Где-то была. Ты просто даже не представляю, что купить. А, вот она. Так, вот здесь... Так, это у нас... Что? Блин. Физических тоников у меня даже ничего и нет такого. Вот это боевой.
слепых, у меня есть еще две. Физических тоников, по идее, что-то интересное должно быть. И инженерные, и физические, я думаю, можно. Да, давайте так и сделаем. Физические и инженерные. Я думаю, нам это пригодится все дело. Шикарно. Ну, типа еще телекинез или воспламенение было бы шикарно. А пока что только электроразряд у нас улучшенный. Так. Собственно, нам сюда что ли вроде бы куда-то? Да. Так, давайте посмотрим. Инженерную. Так, физического. Ну, это я помню, что плазмидов нет. Плазмидная ячейка. Маркер безопасности. А, все, понял, что это такое. Те, блин, они на что больше не хватает-то? Черт побери. Давайте вот эту что ли взять. Давайте вот это возьмем. А, вот, давайте вот эту еще штуку. Так. Давайте вот эту штуку. Так. И вроде бы тут особо ничего такого нету. Больше. Ладно, у нас адама все равно больше нету. Хотя, погодите. А, во, вот это можно взять. Вот, вот сюда давайте поместим. Вот так. Шикарно. Так. А, нам сюда и нужно. Нет, тогда пойдем в другую сторону. Потому что мы собрали здесь явно еще не все. Надо осмотреться. Ага, это как раз туда, куда мы не пошли тогда. Черт побери. Смотрите, я что-то нашел. Что это? А, черт, это не то. Блин, я не знаю, куда я иду, честно говоря. Что такое, Мэри? Неважно выглядишь. Голова кружится, подташнивает, а временами... Добро пожаловать! Так, нет, там пока ничего не нужно. На самом деле нет. Это передозировка плазмидов, Мэри. Тебе просто надо немного меньше их употреблять. Я помню. Тут тоже что-то интересное есть. О! Блин, я не успел, ну ладно. Так, а вот это тут уже... Давай, иди-ка сюда. Так, что тут у нас еще? Универсальный конвертер. Давайте тоже сломаем его. Текс. Меняйся. Во. Так, что у нас тут есть? Еще патроны. Шикарно. Кроющийся картечь. Нет, я думаю, у него не будет это делать. Так, тут у нас генный банк. Давайте посмотрим, что тут есть. Так, тут ничего нету. Да что ж, черт побери. Уменьшает сложность. Вот это вот что такое? Теперь безопасность. Уменьшает сложность. Представляю. Не, давайте-ка вот так вот поменяем, пожалуй. Да. Так будет лучше. Стой! Ты тянешь! Вот так тебе. Створ хлорофилла, он нам типа нужен будет, наверное, насколько я помню. Так. Тут что у нас? А! Это я удачно зашел. Так. Давайте-ка взломаем все это дело. Текст, такс.
это вот это. О, еще бронебойные патроны. Шикарно. Побольше бы Адама, правда. Ну ладно. Так, сюда говоришь. Даже в плохое время должны нет. быть какие-то правила. Туда мы пойдем в другое время. Сейчас мы вернем. Это? Убери это! Убери! Дорогой, мне нужно лекарство! А, нет, это глупо. Ну да, беги, Дромс! На тебя. Было весело. Не очень. Тек. Честно говоря, что-то опасно становится сейчас бегать. А, ну, ясно. Отсюда вылезти так нельзя. Ладно, значит, оттуда пойдем. Раз так. Че тут у нас? Это мы вернулись. Мы тут, по-моему... Нет, мы тут не были. Тут я вижу... Слышу камеру. Пологие холмы вон там. И там же батисферная станция. А оттуда прямиком к Райну. Типа так близко уже, я не верю. Не верю. Так, нет, ну тут мы были. Тут наверняка что-то есть еще. Да, тут оно вроде что-то интересное так. Снаряды, наводящиеся на тепло. Шикарно, слушайте. Я думаю, они нам пригодятся. А тять, успеть. А, черт. Что-то я впервые зафейлился. Блин, что за... Так, что-то я не так делаю. Что-то мне не повезло там, честно говоря. Ладно, в этот раз все нормально вроде бы. Так, где тут во? Бронебойные патроны вот так вот сделаем, да. Так, тут вроде больше ничего такого нету. А, нет, вот дневник есть. Давление по поводу плазмидов было немыслимо. Имелись побочные эффекты, слепота, безумие и летальные исходы. Но если не испытывать новую идеологию, тогда зачем она нужна? Рынок не реагирует, как младенец, и не визжит при первом же недовольстве. Рынок терпелив, и нам следует брать с него пример. Так. Хорошо, что здесь бочки. Ну, не только бочки, не ломаются. Ладно, придется так уж, извините. А, вот это уже печально. Так, побежали. Так, 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 вот это очень печально. Ать. Так, взламываем, взламываем. Вот они нам сейчас пригодятся. Эти вещички. Так, где тут спуск? Вот. Такс. Атя-тя-тя-тя. И-и-и-и-и. Чтобы еще такое взять. Во. Так, один вертолет у нас есть. Это уже хорошо. Сейчас будет и второй. А это мы удачно спровоцировали тревогу, на удивление. Так, это что будет? О, вот так вот. Все шикарно, у нас два вертолета есть. Что за? Еще один. Ну, ладно. Ладно. Значит, у нас будет только два вертолета. Хотя можно сейчас сделать еще один. Нет, нельзя. Что за хрень?
стой! Не бей меня! Да черт побери! Так, где у меня оружие? Так, ладно. Мы это пережили. Да где там свистун? Внизу, что ли, где? Даже те люди ржут над тобой, товарищ. Блин, как я много всего потратил, это печально. Кто? Где стреляет? Кто? Где? А, ясно. Где ты там? Ладно, ломаем. На этот раз ломаем. Так, что тут у нас? Что тут у нас есть еще? Так. Это немножко странно от него слышать, с учетом того, что он против него воевал. Да, 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 я знаю про герметизацию, нелепость. Дайте мне еще минуту. Первые испытания Лазаря были очень многообещающими. Если роза Галика зацветет, тогда богом клянусь, я буду точно знать, что все получилось. Быстрее, закрывается! Ну ладно, иду. Но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. Что за Лазарь такой, интересно? Что-то они тут, видимо, тоже экспериментировали. Так, это огнемет, что ли, какой-то? Интересно, у нас будет огнемет? Я уже не помню. Так, сюда, сюда мы не пройдем. Так, что тут у нас есть? Вот лестницы. Ах ты. Дорогой, это ты? Нет. Да? Сходите с ума, мадам. Ладно, пойдемте по заданию уже. Нам вроде будет сюда теперь. Хотя мы тут вроде были даже. Кажется, хотя я могу ошибаться. Нет, не были. Как-то раз на поверхности я купил лес. Паразиты утверждали, будто это божья земля, и требовали, чтобы я разбил парк. С какой стати? Чтобы бездельники могли валяться в тенечке под кронами и воображать себя в раю. Когда Конгресс попытался национализировать мой лес, я сжег его дотла. Это не Господь простил Аканию. Это я. Все-таки, по-моему, Кай нам двигала жажда наживы, а не... Ну, жажда наживы и собственности, а не желанием построить утопию. В принципе, как всегда. Так, тут что-нибудь есть у нас? Нет, ничего нет. Жалко. Так... О, привет. Нет, не курим. Мишка. Как только мы сюда пришли, Маша подняла крик. Мама, мама, что это такое? Я думала, у нее припадок. Но затем поняла. Деревья, деревья.
Никогда раньше их не видели. Решили, что это чудовище. О, Сэмми, не надо было нам сюда приходить. Что это у ее дочки-то припадок был? Мистер Бабблс, ты ищешь... Вот вроде недалеко, давайте подождем, может, он сестричку позовет. Нам Адам нужен. В любом случае. Пожалуй, приготовимся. Пожалуй, заранее. О! Слушайте, шикарно. Шикарно. Спасибо, мистер Бабблс. Ну, поехали. Вот так тебе. Так, где ты там? Мистер Бабблс? И еще. А, погодите, у нас же тут он тоже ракетниц есть. Шикарно. Сейчас все будет. Вот так вот тебе. А тебя мы спасем. Нет. Однако это мы удачно решили подождать, пока он позовет сестричку. Спасибо, мистер. Всегда пожалуйста. Спасибо. Так, нам вроде бы вот сюда теперь. Блин, тут магазин где-нибудь есть поблизости. Надо закупиться, а то ни аптечек, ни атома, ничего нет. Почти полностью. Я пуст. Там какое-то место интересное. Нам нужно двигаться туда. О, что это, что это? Нет, нет. Я, конечно, никакой не ботаник, но, по-моему, Райан погубил Аркадию. Он распылил в воздухе какую-то дрянь. Дно океана, парень. Весь кислород дают деревья. Нет деревьев, нет кислорода. Мне надо подумать. Че надо думать? Нужно найти место, где распыляется это вещество. Че тут еще можно думать-то, блин? Есть. О, тоже есть, шикарно. Так, еще одну вот такую, но походу нету. Так, вот это уже печально. Так, вот так вот сделаем. Так вот и где? Во, во. Шикарно. Подружка Райна в Аркадии. Это дамочка по имени Лэнгфорд. В общем, она ничего, но за деньги ни от какой грязной работы не откажется. Если она еще жива, то, думаю, захочет спасти деревья. Ведь это она их сажала. Да. Окей. Мои деревья. Это же не ты, правда? Нет. Райан. Кажется, я знаю, как спасти деревья. Это генетический препарат. О, смотри, с кем я говорю. Ты не мог бы найти мне образец розы Галлики? Посмотри в гроте. Мне надо продолжить работу, пока есть время. Ну окей. Ладно, я думаю, на этом именно мы и закончим эту часть и продолжим в следующий раз. Поэтому я прощаюсь со всеми вами. Всем удачи, всем пока.